Здравствуйте, дорогие зрители моего канала, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в DayZ Standalone. Как вы помните, в прошлой серии у нас была ночь непроглядная, меня в конце жестоко убили, хотя я даже не знаю, убили ли меня, потому что я сам упал тупо и скончался от потери крови. Ну, может быть, не от потери крови, но я потерял сознание, потом вышел, потом сервера отказывались принимать мое бренное тело обратно в игру. И затем мне пришлось переустановить игру, чтобы в итоге все-таки она запустилась. Не то, что запустилась, а сервера перестали брезговать мной. И в итоге мы все-таки можем с вами поиграть теперь. Но теперь у нас ясный день. Светло. Хорошо. Черт, нельзя войти в эту комнату. Это плохо. О, вот здесь можно открыть. Так. Что это? Зеленая футболочка, ладно. Пускай будет зеленая футболочка. Такие засветы жуткие, прям кошмар. На самом деле. Так, давайте сейчас залезем в менюшку и все-таки немножечко уберем светлость. Вот. Окей. Хорошо. Продолжаем. Сегодня пятница, вечер. После работы играем. Приходим домой. Целый день сегодня я сидел на работе и думал, как же я приду домой и поиграю в DayZ. Так уж она меня сильно охватила, овладела мной эта игра. Не знаю почему, блин, по большей части здесь нечего делать. То есть бегаешь сам себя, развлекаешь. Здесь даже зомби пока что нету. Да блин. Что это? Рис. Давайте возьмем рис. Не возьмем рис? Почему мы не возьмем рис? Давайте мы возьмем все-таки рис. Легко взять рис в руки. Ну, пускай будет в руках, я не знаю. Можно его как-то, наверное, приготовить. Давайте не будем бегать в полный рост. Будем бегать на картах. Ну что, мы в прошлый раз с вами убедились, к чему приводит бег в полный рост. Гаечный ключ. Во как. Круто. Инспект. Можно посмотреть. Гаечный ключ. Круто. Это оружие такое или что? Нет, не оружие. Тогда я лучше возьму рис. В руки не буду с ним бегать. Так, тут мы уже были, окей. Господи, не могу никак настроить нормальную чувствительность у мышки. Какая-то она слишком такая чувствительная получается. Вот сейчас, например, маловато. Вот явно. Явно маловато чувствительности. Так. Чуть-чуть сдвинешь в сторону и начинается дикое колбашение камеры. При малейшем сдвиге мышки. Все сервера полные, все играют пятница вечер. Русские, одни русские сервера почему-то у нас здесь. Непонятно почему. What the fuck is this?
опять этот мешок непонятный. С непонятно чем скотч. Нафиг надо. Ведро. Не понял. Кто-то поменял управление. Теперь я нажимаю на пробел, и он перестает бегать. Я не понял. Что за бред? Да, слегка забагованная игра. Ну ничего, это самое начало. При запуске ее даже выдают предупреждение, мол, это альфа-версия, так что, пожалуйста, не судите строго, не ругайтесь. Все еще будет хорошо. То есть это вообще ранний доступ, поэтому ничего хорошего не ждите в игре. Только множество багов, которые будут правиться огромным количеством патчей. Ура! Что это? Газировка. Нахрен ключ. Хочу газировку. Пей газировку. Молодца. Да и рис, наверное, здесь оставим. Так. Газировка. Выпито и кончено. У меня есть руки даже. Это что? Куртяшка? Рубашка? Слишком палевная, по-моему. Хоть на ней и карманы какие-то есть. Слишком она яркая для меня. Так, здесь что? Газовая горелочка. Портативная. О, батарейки. Ну, у нас уже есть батарейки с собой, так что... Так что нам, в принципе, и не надо. Так, хорошо. Мне нужен рюкзак, во-первых. Очень. Очень нужен рюкзак. Какой-то большой город. Здесь прям страшно находиться. Но так как у меня еще ни хрена нет, просто бегаем в полный рост. Никого не боимся. Кепочка. Надеваю кепку. О, маска. Какая-то уродская. Даллас маска. Хе, да ну нахер. Так. Это вон там что такое. Это возьмем. Грейхед Торч. О, фонарик на лоб. Клево. Так, а это у нас кобура для пистолета. Пока что у нее нечего класть. Так, а фонарик заряжается. О, батарейки заряжаются. То есть можно этот фонарик выкинуть, в принципе, да? Круто. Круто. Ну вот, уже есть чего терять. Уже здорово. Уже с нашего трупа могут поиметь что-то. Спичечки. Окей. Так, это банан. Нет, мы такого не едим. Гнилые бананы. Это у нас что такое? Бумага. Спасибо, не надо. Так, давайте поднимемся на второй этаж. Проинспектируем его. Маска, респиратор. Поврежденный. Это у нас гнилой киви. Спасибо, в прошлый раз уже пожрал. Помним, чем это все окончилось. Смертью. Так, книжка, видимо.
Зеленые джинсы. Мне и мои устраивают. Это похоже книжечки, да, ручка. Ну, в принципе, мне этого ничего не нужно. Спасибо. Киви. А, то самое гнилое киви, все. Понял. Понял. Еще можно подняться выше, здорово. Мне нужен рюкзак, пожалуйста. Дайте мне рюкзак. Или пистоль какую-нибудь. Шапчонка. Мне кажется, или у меня пропал фонарик. Да. Фонарик пропал. Так, теперь вот это выкинуть. Фонарик. Чё он? Включился фонарик, нет? Что-то я не вижу на самом деле. Скорее всего, не видать. Turn off. Да, щелкнуло что-то. Видимо, включился и выключился. Здорово. Можно было бы его как-нибудь по-быстрому включать-выключать. Цены бы ему не было. Это как мы видим на практике вчера. Было нам худо из-за именно фонаря меня. Он меня спалил. И пришел злобный негодяй. Возжелавший мой топор. Сейчас бы я, кстати, не отказался бы от топора. Хотя бы. Кстати, довольно много здесь лута. Интересного. Кепка. Что это? Карта. Как мне ее посмотреть? А, Чернорусь. Прикольно. О, клёво. Плееры, игроки. Палю сервер. Ну, на самом деле, место полезное, штука полезная, я так понимаю, да? Да, но теперь у меня места не хватает. Так, майчонка, хорошо. Рубашка зелененькая пойдет. Можно хотя бы сложить в кармашке всякую мелочь. Злюка кола. Пей давай, сволочь. Дринк. Пить хочет он. Опа. А, не понял. Патроны. А, вот они. Блин, я их не видел. Взять 7,62. Советские. Я надеюсь, к ним можно будет в ближайшее время найти какое-нибудь оружие. Так. Поврежденные бобы. Возьмем. Вдруг жрать захочется. Все равно это как бы консерва, так что сомневаюсь, что они могли испортиться. Везде эти киви валяются. Это что? О! Сардины. Может быть, я даже не знаю. Вместо газовой горелки возьмем. Хотя, конечно же, нафига мне все эти консервы, если я их не смогу открыть. Так, джинсы такие же, как у меня. Еще консервы. Тунец. Тунец, это хорошо. Бандана. У меня такое ощущение, что здесь первые двери все закрыты. Лут не тронут. Так, все это я открыть не могу ничем. Консервов набрал. Как их теперь жрать? Никто не знает. Зато маски.
клоунов американских валяется. Здорово. Хорошо. О, патроны, еще патроны. Для дробовика. 12-миллиметровый. 12 калибр. Шлем мотоциклетный. Опять же, вместо фонарика налобного, да? Здорово. Книжки. Книжки. Валим. Ну вот, в луте уже пошли патроны. Скорее всего, скоро такими темпами мы найдем и оружие какое-нибудь себе, да? Так, тут я был, похоже. Сюда зашел, отсюда вышел. Это у нас что? Бумага, кепка, рюкзак. Отлично. Отлично, рюкзак, мать твою. Давайте все консервы сюда. Спички тоже туда. Все хорошо. Теперь у меня есть рюкзак хотя бы. Так, это все вместо налобного фонарика. Отлично, слушай, вообще прям супер-пупер. У меня теперь есть рюкзачок. Осталось найти топор, и я буду практически в том же положении, что и вчера. Только лучше, потому что день, все видать. И у меня налобный фонарик. Это бандана. Спасибо. Я не голодный. Это канистра с газом. Прикольно. Но не очень. Жрать. Взять, конечно же, кен-опенер. Пускай в карман. Пускай будет в кармашке. Так. Штанишки, которые меня в прошлый раз убили. Практически. Здесь у нас 6 слотов в этих штанах. Поэтому они получше будут моего. Так. Котелок для готовки. И это что? Деревянная палка, здорово. Я так понимаю, это оружие, да? Идеально для чего? Конструкции. То есть можно будет зажечь костер этим говном. Понимаю. Все-таки открывашка для консервов – это не оружие. Понимаю. Так, еще одни консервы. Сардины. Что они здесь делают? Я, похоже, выложу. Так, давайте поднимемся. А, нет, все, уже не поднимемся. Хорошо. Довольно-таки быстро здесь жратвы раздобыть можно. Очки. Снимем вот эту хрень. Все теперь брутальный персонаж в очках. Как его, правда, посмотреть вокруг, я не знаю. На
На F1 мы поднимаем руку. На F2 сдаемся. Можно сесть. Прикольно. Пошли. Хватит сидеть. Продолжаем лутать город. Никого не вижу, никого нету. И это хорошо. Так, здесь мы были. Бежим в эту сторону. Маски эти дурацкие. Светящиеся за километр. Еще один рюкзак, 25, у меня такой же. Я так понимаю, что, грубо говоря, можно только один рюкзак с собой таскать, правда? Так, персонаж пить есть, не просит, это хорошо. Надо быть осторожнее. За каждым углом кроется смерть. Это что? Джинсы, а это спагетти. Отлично. Столько консервов, жрать не пережрать. Кто меня убьет, тому достанется просто большой куш. Кусок карты, консервы, налобный фонарик. В общем, все удобства цивилизации. Которые вообще тут возможны. Что там за решетка, интересно. Худи. А, я так понимаю, это на тело, да, одевается. Куда делать? Это, а. Оп. Оп. Давайте тогда вытащим из карманов. Оп. Отлично. Это выкинем. Даже не знаю, палку может выкинуть. Хрен поймешь. Ну ничего, так в принципе. По-выживальчески выгляжу. Survival. Так, такая канистра у нас уже есть. Вторая, не думаю, что нам пригодится для чего-нибудь. Ага, дверь открыта. Значит, кто-то здесь уже присутствует. Или это я все подкрыл? Что это за надпись? Никаких сообщений принимается, и секунды идут и идут вперед. Тут явно я уже побывал, похоже, да? Нет? Шапчонки. Разные. Разнообразные. Красная цепь, да и хер с ней. А, видимо, из-за того, что красная цепь, я не могу никаких сообщений от сервера принимать. Или что это обозначает? Ручка. Опять гнилой киви. Опять гнилой киви. Да, слушайте, я здесь был. Опа. Connection lost.
with server. Мать его. Все сервера просто забиты. Просто намертво. Ломятся. 40 человек на сервер. Это, похоже, слишком мало. Так, хорошо. Сейчас еще. Сардины. Что-то у меня с коннекшеном хреновенько. Я смотрю, да? Только что никого не было, но это другой сервер, и поэтому, может быть, здесь кто-то будет сейчас. Пошли это здание лутать. А здесь уже открыто, да? Опа! Здрасте. До свидания. Мне совершенно нечем дать отпоры. Побежали, мать твою. Блин, я даже не знаю, как обернуться. Интересно, она отстанет от меня, нет? Видимо, не отстанет. Будем бить руками. Получится, нет? Я думаю, получится все у нас. Иди сюда. Сука тупая. На тебе, в голову, бей в кость. На, сука. Стрейф наш и все. Это у меня кровища хлещет? Или из нее? Да, она мне кровь пустила, сучка. На, получай, получи, сука. И вообще, можно руками убить? Нет, интересно. Есть. На, сука, получай. Сдохни, тварь, мать твою. Есть. На, получи, на, получи. Получи, сучка, на. Бой с тенью, мать твою. Что-то мне хреново, по-моему, становится уже, да? А сдохнет сегодня или нет? Блидинг, мать твою. Побежали. Ох, хреново-то как, а. Ох, хреново. Тихо. Да, блин, заходи уже. Мать твою. Интересно, в здании эта сучка отстанет? У меня кровища хлещет. Я сейчас сдохну, мне уже хреново. Да хорош ты стонать, чувак. Будем бежать, пока не исчезнут силы. Будем бегать от нее, от этой твари. А, я надеюсь, здесь что-нибудь есть из оружия. Ну, пожалуйста. Или хотя бы тупо из бинтов. У меня же ничего нету такого, да? Водички, что ли? Не кровотечение. У меня жуткое кровотечение. Черт возьми. Так нечестно, мать твою. Я должен выжить. Красное здание, я знаю, в тебе что-нибудь должно быть. А, я только что здесь был. Понятно. Иди в жопу, стерва. Ты ж надо так нарваться без малейшего намека на оружие. На этого долбанного зомби.
еще носится, как угорелый. Кровище потерял. Целую кучу. Но бегает шустро. Что это такое? Бандана, да? Хера мне бандана.